Сегодня в Чебоксарах открылась научно-практическая конференция, посвященная 60-летию республиканского эндокринологического диспансера и эндокринологической службы Чувашии. В столицу республики приехали специалисты-эндокринологи, терапевты, врачи общей семейной практики из Москвы, Казани, Перми, Нижнего Новгорода и Шкаралы. В рамках конференции прошло обсуждение итогов и перспектив развития эндокринологической службы республики. Специалисты отметили новые методики оказания медицинской помощи пациентам с остеопорозом. Интересен гостям и опыт сотрудничества диабетической общественной организации с врачами-эндокринологами республики, который налажен в республиканском эндокринологическом диспансере. 60 лет – это очень серьезная дата, это очень серьезные достижения, которые уже есть сегодня. Я всегда подчеркиваю, что диспансер всегда отличался очень хорошей организацией, очень большой четкостью в своей повседневной деятельности. Это, наверное, очень важно. И здесь очень давно функционирует кабинет диабетической стопы. В республике продолжается благотворительный марафон именем детства во имя детства. За месяц его копилка пополнилась на 2,5 миллиона рублей. Сегодня свои средства Канашскому отделению детского фонда передали сотрудники Федерального центра травматологии и эндопротезирования. Коллектив учреждений участвует в благотворительном марафоне каждый год. За прошедший месяц в общую копилку перечислили взносы более 400 организаций республики. Представители Российского детского фонда надеются, что в этом году общими усилиями удастся собрать более 10 миллионов рублей. Студенты Чувашского государственного университета, они активны везде и, безусловно, не могли обойти своим вниманием эту крупную акцию, как данный марафон. И собирают средства не только в денежной форме и перечисляют на счета соответствующие, но и участвуют активно, лично в посещении детских домов. Я могу назвать детские дома Шумерли, Паецкого, Республиканский центр реабилитации детей с задержкой в развитии. Кроме финансовых средств, мы еще и материальные средства принимаем. Кто-то едет непосредственно в детские дома, в школы-интернаты, просто в детские садики или к детишкам, которые имеют какие-то ограниченные свои физические возможности. Они едут к ним с куклами, с подарками, с мишками, с игрушками. Мы тоже принимаем и такое участие в нашем марафоне.